И теперь я надеюсь, что все-таки я начну чуть-чуть почаще записывать ролики. Ну как чуть-чуть почаще? Вообще нужно намного чаще их начать записывать по сравнению с тем, что как я сейчас их выкладываю, но все же. Ну что ж, всем привет. Как же я давно этой фразы не говорил. С вами Лев, и это новый ролик на моем канале спустя год. Да, я не знаю, с какими мне словами сейчас сказать, потому что, когда такой большой срок проходит, я вообще никогда такое, ну, такого не допускал. То есть, ладно, там раз, не знаю, там, месяц был такое, там, не знаю, там, 3 недели, там, что-то такое, это было вообще нормально уже для меня, да. Но чтобы уйти на год, почти год, там, я даже помню последний ролик, который выходил, он был 21 февраля. Записываю я 25 февраля, уже 2024 года. А последний ролик был, ну, получается, в начале 23 года. Честно, я думал то, что в 23 году я столько всего буду снимать. Думал то, что все, наконец-то я вернулся нормально. Какие-то там рубрики будут, буду там что-то записывать, там свои любимые, там, эти карты, летсплеи, стримы делать и так далее. Ну, кстати, стримы я немножко начал сейчас делать. Правда, они выходят тоже там, я не знаю, я стримлю раз в 2 месяца. Вот, ну, короче, как-то так. В общем, я без всяких заготовок, я прям сразу включил и просто прям с первого дубля хочу вот это записать. В принципе, видео такое, чисто просто поговорить, как бы просто заявить о том, что я вернулся. Потому что, ну, вообще, как бы такой большой срок, я даже не понимаю, как так получилось. Потому что, ну, знаете... все-таки, так, я не понял, да, что за подстава, подождите, у меня, у меня просто стоял этот самый Adventure мод, режим приключения, не знаю почему, да, видимо, я его переключил случайно. В общем, короче, таковая, короче, у меня ситуация, да, то, что я не записывал кучу времени эти видео, блин, которые и так уже выходили последние, там, вот, ну, позапрошлым уже, получается, году, в 22-м году они выходили на штук 5-6 всего. То есть я вообще полностью, можно сказать, забил на YouTube, постепенно-постепенно все меньше снимая. Вот, в общем, я сейчас такого уже не хочу. То есть я хочу, ну, как бы, вернуться, нормально снимать и так далее. И как бы, вот знаете, что самое смешное, ну, в этой ситуации? То, что я никуда, в принципе-то, и не уходил. То есть я не там, не в армию, никуда там не ушел. То есть все нормально, как бы. То есть я как бы, ну, как бы здесь, там, все такое. То есть все нормально, я мог в любой момент записать. Но проблема в том, то, что, ну, естественно, это время. То есть, все-таки много было действительно. То есть, я вот сейчас понимаю то, что действительно очень часто бывает такая ситуация, то, что записать хорошее видео, то есть, там, действительно записать что-то интересное, это довольно-таки сложно по времени. И, в принципе, и плюс я сейчас работаю уже, ну, то есть, работать я начал вообще там, ну, еще в 23-м году, то есть, там, в начале, как бы, ну, там, с лета начал работать. И как бы это тоже повлияло. То есть теперь я как бы то есть я и учусь, и работаю. И естественно это как бы тяжело как бы совмещать, когда ты действительно хочешь сделать хорошее видео, то есть чтобы оно хотя бы ну с каким-то монтажом было и так далее. То есть не как это видео. То есть это видео я сейчас записываю просто, ну, как бы спокойно, без проблем. А я хотел именно какую-то планку иметь, то есть какое-то качество хотя бы минимальное, да. То есть чтобы хотя бы ну, чтобы фигня не выходила, то есть у меня и так далее, чтобы было что-то действительно интересное. Вот, собственно, это такая вот причина у меня. То есть, действительно, времени, ну, как бы, маловато. И я сейчас не хочу говорить о том, то, что, ну, о том, то, что я все сейчас через неделю вернусь там, как бы, да. То есть, после этого ролика через неделю ждите новый, да. Я такого говорить не буду, потому что я понимаю то, что этого не будет 100%. Кстати, я пока что хочу отвлечься от этой темы и хочу сказать о том, то, что я
понимаю еще одну такую прекрасную вещь, то что моему каналу исполняется уже аж целых, даже не 5 лет, а 6. 6 лет каналу. 2 марта, по сути, его день рождения, в тот момент вышло первое видео, хоть он и зарегистрирован в 2016 году, первое видео появилось 2 марта 2018 года. В общем, я забыл, о чем я говорил, как бы, да. То есть, это тоже моя особенность такая, просто забыть, о чем я говорил. В общем, возвращаясь к этой теме, суть в том, то, что первое, я хотел вообще сейчас записать хоть какое-то видео. Даже не то, что там день рождения канала. Я не знаю, скорее всего, оно выйдет раньше, чем день рождения канала. Возможно, выйдет там 27-8 февраля, да. Этого года, я подчеркиваю, да, 2024-го. На всякий случай, знаете, это выйдет еще в 25-м. Вот веселуха будет. Вот, короче, суть в том, да, что я просто записываю это видео, чтобы у меня не получилось года. То есть 21 марта, по идее, уже будет год. Или даже, подождите, 21-го... Фиг его знает, короче, я не помню, да, какого-то там числа, да, может быть, даже не 21, наверное, даже раньше, может, там марта 10, у меня уже будет год с последнего ролика, я хочу, как бы, записать быстрее это все дело, то есть я хочу вернуться, как бы, хочу записать о том, то, что я хотя бы здесь, как бы, есть, все хорошо, типа, я буду возвращаться потихоньку, вот. А второе, то, что я хочу сказать, это то, что после этого видео не ожидайте того, то, что я прям запишу очень-очень скоро новое видео. Но единственное, что могу пообещать, то, что, допустим, это будет через месяц. То есть через месяц, что-нибудь такое, да. Где-то через месяц точно я начну выпускать уже нормальные видео. То есть вот этот ролик, то есть вы сейчас смотрите, это, в принципе... просто предисловие, то есть просто как бы сказать о том, то что все, я возвращаюсь, как такой анонс, можно так сказать, возвращение, да, то есть в целом как бы вот так вот, да. Единственное, что еще хочется сказать, у меня как бы есть еще некоторые незаконченные проекты, там, например, летсплей мой, этот технохаткор, это был действительно интересный летсплей, к сожалению, я записал только 8 серий, да, и я его продолжу, обязательно продолжу, пофиг то, что уже такой срок прошел, там уже, я не знаю, под второй год, наверное, то есть, когда, ну, 2 года уже, наверное, прошло, там еще, по-моему, последняя серия выходила в 22-м году, в мае, если я не ошибаюсь, вот, я уже с этими сроками вообще запутался, да. В общем, его я обязательно буду записывать, просто я, когда его начну записывать, уже буду делать это часто. Да, то есть, чтобы хотя бы серия в месяц выходила уже, хотя бы, действительно. Вот, я почему говорю сегодня то, что я не говорю о том, то, что, ну, то, что после этого ролика обязательно там через неделю что-нибудь выйдет, или даже раньше, нормальное видео. Потому что я понимаю то, что, скорее всего, этого все-таки действительно не будет, и я не хочу уже ничего обещать. То есть, я просто хочу сказать то, что все, я как бы возвращаюсь, то есть, следующий ролик не через год, это точно. Вот. В принципе, как-то так, да, как вы видите, в принципе, я сегодня ничего там такого, не поиграл даже в мини-игру, ничего такого, то есть чисто зашел в мир и немножко тут типа выживаю, правда, я этот мир, скорее всего, удалю сразу после записи этого видео, вот, короче, можно было, конечно, выживание какое-то быстренько записать, ну ладно уже, как бы уже ладно, да, как бы, блин, вообще, я просто в офиге, то, что уже год почти прошел с последнего момента, когда я записывал, вот, да и вообще последние ролики, которые я записывал, последние там, наверное, видео 3, 4, 5, это было что-то уже, я не знаю, то есть я понимал то, что уже выходит просто, не знаю, там раз в 2 месяца видео, это уже как-то совсем не то было, я уже понимал то, что, то есть я даже не заставлял себя, но я как бы очень хотел, чтобы я продолжал, и в итоге в один момент, вот когда вот последнее видео вышло, я думал то, что... Вообще думал то, что все будет нормально, то, что я сейчас начну записывать еще чаще, то есть думал то, что все лето, все отлично. И, скорее всего, здесь повлияла как-то работа, и я как-то решил отойти на второй, ну, как-то убрать вот эти все съемки, вот это все, все вот это, то, что я, чем я занимался, я решил это от себя как-то оттолкнуть и забыть про это. Видимо, так, потому что по-другому я это объяснить не могу. Блин, тут уже ночь моя не появляется у нас, поэтому я сейчас вот это сделаю день.
Ну что ж, в принципе, такой ролик чисто просто такая небольшая информация, да, просто пару слов, да. Ну как пару слов, я тут уже, наверное, минут на 10 наговорил. Вот, поубиваю коров зачем-то, да, непонятно зачем, ну короче, окей. В общем, еще одна, кстати, новость. У меня новый микрофон, я думаю, то что-то все слышно. Единственное, то, что он, может быть, не очень хорошо настроен, потому что, ну, как бы, это первая запись, да. Я до этого на нем только 2 стрима провел, и все, как бы, больше ничего. Самое смешное, то, что этому микрофону, по-моему, уже 3 месяца. Ну, то есть, вы понимаете, да, то есть, я собирался записывать, там, стримить постоянно, да. Прям видно, да. Но зато у меня теперь нормальный микрофон, прям крутой, там все такое, да. Поэтому это, конечно, повысит тоже планку теперь. Все, спасибо то, что вы меня выслушали, да. И я надеюсь, то, что, ну, как бы, этот ролик оказался вообще, ну, не пустым. Я, в принципе, его замонтирую, поэтому я думаю, что будет не так плохо выглядеть. Но я возвращаюсь, поэтому надеюсь, вы хотя бы за это видео меня простите, то, что тут будет какая-то каша. В принципе, ну, в очень большом объеме каша. Потому что я вообще разучился уже разговаривать. Я говорю, я это с первого дубля записываю. Я просто хочу, чтобы все было как бы вот так вот. Просто с первого дубля рассказал, и все. Да. Ну что ж, на этом прекрасном фоне, как горит Гдеева, я, собственно, заканчиваю данный видеояд, так сказать, да. Ну что ж, я не прощаюсь. Я вернусь где-то через месяц, я думаю, да. Может быть, даже раньше. Тут уже зависит, как повезет. Я просто хочу, как бы, чтобы вы понимали то, что, ну, как бы, не надо меня сейчас ждать там через 3 дня. Вот. Я думаю, то, что когда я вернусь, я, естественно, буду уже записывать чаще. Да. Я очень на это надеюсь. Очень этого сам хочу. И я хочу вернуться именно тогда, полностью вернуться, когда я буду прям готов, прям буду фигачить ролики и буду понимать то, что я могу это делать и по времени, и по другим всяким. Ну, и вообще морально, что ли, я не знаю. Ну, то есть, когда я буду прям готов, все, снимаю, да, все, короче, спасибо, да, кстати, уже 1.20 вышла версия, как бы, да, здравствуйте, я последний раз записывал 1.18, а уже прошло 2 года, да, все, спасибо, увидимся, обязательно увидимся, даже пока говорить не буду, чтобы точно быстрее увидеться, все, увидимся.